наша любимая гора. Такое сегодня солнечное утро. Это наши чемоданы. Сейчас ждем трансфер. И все. Потихонечку будем добираться в сторону дома. У нас предстоит сначала добраться до Анталии, потом до Москвы, соответственно, на самолете. И с Москвы нас уже приедут там встречать. Потом до дома. Сейчас нам ехать где-то 2.5 часа. Самолет 3:40. И до дома где-то 2 часа нам еще потом с аэропорта ехать. Погода шепчет. 26 сегодня. На небе не облачко. Класс. Уезжать не хочется совсем. Ладно, мы ненадолго. Дела подделаем. Крестника поздравим. И все хорошо. Назад. Будем здесь уже тоже готовиться к Новому году, наряжать квартиру. Сам Новый год празднуем. Ну и вообще покажем, какая здесь обстановка в декабре. В декабре, начало января. Дожди или что тут будет. Все покажем. Так что, если что, вот и компания, номер телефона. Надеюсь, там видно. Всем доброе утро, а то сегодня здоровались. Да. Доброе утро всем. Ну что ж, наверное, сейчас соберем еще людей. Так мне не получится уезжать. Хоть и кошмар. Талант-то на месяц едешь-то. Ну, я надеюсь, даже меньше месяца. На месяц. Что тебе там делать? Расскажи мне, что тебе там делать? С собаками общаться, с родителями. С родителями пообщалась 2 недельки. Хорош. Поработать надо тоже. Пускай другие работают. Неплохо было бы. Черри у нас 2 дня в чемодане спала. Вот, да, все боялась, что мы ее здесь оставим. Так ее жалко было. Это ужас какой-то. А вот тут мы же по Кистылю едем, да? Да. Где мы с тобой пешком перлись. Надо сейчас здесь не забирать. Ладно, что ж, теперь наверное, пока покажем, как собачка себя там ведет. Ну да. Чего? Вот у нас небольшая остановочка. Сейчас, наверное, еще людей будем забирать, потому что их пока не видать. Ну, через одно пока погуляем. Она у нас от автобуса далеко не уходит, чтобы ее не забыли, глупышка. Интересно, много будет народу на наш самолетик. Денис вчера смотрел, там, по идее, по всему самолету всего 3 места свободно. Посмотрим. В Газипашу-то хорошо прилетать, там таможню быстро проходишь. Чего, один самолет приезжает, прилетает, и все, и только на него люди приезжают. А в Анталии-то мы сейчас, я так думаю, долго будем. Мы когда из Дрита уезжали, мы еле-еле на самолет успели. Пока багаж сдавали, билеты получали. Даже в дьюти-фри не успели забежать. Так что такие дела. Ну, посмотрим, как будет, потом расскажем все. Пока мы еще на территории Турции. Ладно, я надеюсь, что мы ненадолго уезжаем на месяцок. Потом вернемся. Вот наш микроавтобус.
Людей мы все еще ждем. Вот сейчас покажу, я тут не пойму, это гостиница или частный? Нет, наверное, частный дом все-таки, потому что там квартира продается. 1+1. Там у них такая территория. Все еще ждем, никого нету. Ну что, домой приедем, видео выложим. Прошли мы все процедуры, таможенный контроль, паспортный контроль. У нас, кстати, в этот раз заставили черри вместе с переноской взвешивать. Но мы прошли. Какой у нас обед сейчас будет? Да. Вот перчики тоже захватили. И в аэропорту тоже черри все тискают, гладят. Только пришлось этот ошейничек снимать. И ошейничек, и ошейничку с поводком. Да, кстати, они забрали наши документы на собаку. Да, да, нам никуда не надо было ходить. У нас при паспортном контроле, когда вот билеты нам выдавали, у нас забрали все документы на черри, сходили куда-то, что-то сделали и обратно нам отдали. То есть мы с собакой никуда не ходили. Это, во-первых. Во-вторых, на победу главное зарегистрироваться из дома онлайн, а распечатывать не надо, потому что здесь распечатать. На всякий случай, да, мы распечатали. Ну, тоже уже полезная информация, в следующий раз не будем распечатывать. Да. Ну, здесь тоже здесь солнышко, сидеть невыносимо там. Ну жарко. Да, жарко, очень жарко. Погода сегодня хорошая. Такие как самолетики стоят. Эх. Рановато, мы лежали, я бы сегодня искупался бы еще с берега. Что вот так вот. Приятного аппетита всем, кто обедает. Теперь у нас тогда окончание сделаем. Да, ну посмотрим, может еще выйдет. Здесь что-нибудь интересное будет, да? Да. Я с ним девушку уставлю. С нами в самолете еще одна собачка, да, полетит. Ну, она, мне кажется, старенькая. Ну да, она как вот вид такой у нее. Чуть-чуть старенький. Не, ну видно, как наш Гоша она. Ну вот, еще минут 10, и мы час будем лететь. Сколько остается? 2:20. Еще 2:20? Да. Того 2:30. Плюс-минус. Собачка у нас сегодня себя плохо ведет. Очень плохо. Непослушная. В переноске не сидит. Кстати, мы залетали 15 минут, и нам сказали уже отстегнуть ремни безопасности. Обычно полчаса. И у нас командир корабля хороший, шутит с нами. Говорит, за бортом минус 50, окна не открывайте. Ну все, мы приземлились, ждем свой багаж. У нас, кстати, в небе ЧП произошло. На самолете какому-то человеку стало плохо. Требовали медработника, но, слава богу, все обошлось. Вот. И, кстати, на небе не было пробок, мы долетели за 2:50, а должны были первоначально 3:20 лететь. На чемоданы запустили. Сейчас чемоданчики дождемся и поедем домой. Мы уже прямо хотели самолет разворачивать с Дениской, ну, да, и лететь завтра обратно в Турцию. Потому что как-то скучновато здесь. Ну, нам так кажется. Не, тоже хочу назад. Ладно, сейчас. Ну, я не совсем хочу, но 10% от хочу. Вот. 10% всего лишь назад хочешь? Ну, мне же надо маму, дочку повидать, собак. Тогда 10% здесь, а 90% туда. Ну, давай так, ладно, уговорил. Черри у нас, ну, так, чуть-чуть покапризничал, потом велась. Единственное, вот за нами машина, походу, только выехала с Серпухом. Нам сколько его ждать здесь? Он говорит, ну, подождете, я говорю, подождем.
А что нам делать-то? Вот это сюрприз, так сюрприз. Так что, такое дело. Наших чемоданов, конечно, как всегда, нету, да? А, мы ехали в это, в микроавтобусе. Мы сели на сиденье, у нас не работала ручка. Но мы не удивляемся, у нас так всегда.